Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик, который состоит из метеночек, шапочки и снуда. Есть отдельное видео по вязанию шапочки, снуда и метеночек. Ссылочки смотрите ниже в описании под этим видео. Коротко я хочу сказать, что на данный набор у меня ушло всего 2 моточка пряжи на капориш. В принципе, что хочу сказать, пряжа достаточно мягкая, не колется. Это пряжа для тех, кто любит, скажем так, комфорт и очень любит махер, но так как, скажем так, имеет аллергию на махер либо ангору, то вот как раз таки это вариант для вас. На снуд у меня ушло чуть больше моточка, и остальная часть со второго моточка ушла пополам на шапочку и на метеночки. Конечно же, кому понравилось, вяжите вместе со мной. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!